Всем привет, друзья! Интересный вопрос очередной от подписчика канала Димоля Яковлев. Это ник. Здравствуйте, купил машину Chevrolet Cruze 2015 года. Пробег по автотеке у первого владельца сначала был регистрирован 5 тысяч, 13 тысяч, 23 тысячи, я так понимаю, это каждый год. А у второго владельца показал резко 38 тысяч. Причем второй владел авто всего 5 месяцев. А первый накатал за 6 лет всего 23 тысячи километров. Сейчас у меня 40 тысяч. Вот теперь не знаю, верить или нет пробегу, скручен или нет. Вдруг с ремнем что-то произойдет. Визуально хороший. Может, посоветуете чего? В сервисе говорят, езди и не парься. Спасибо, всем добра. Друзья мои, если кто-то из ваших близких, знакомых или друзей оказался в сложной ситуации за границей, допустим, вы в России, они в Украине, или вы в Украине, они в России, они нуждаются в вашей материальной помощи, у вас есть возможность и желание им помочь, но вы не знаете, как это сделать, то у меня есть уникальная возможность помочь вам в этом. Обращайтесь на вот эту электронную почту, я вам расскажу наши условия. Итак, друзья, что делать в этом случае? Да, малые пробеги, это бывает так у людей. Маленький город, маленькие пробеги, может быть, не один автомобиль в семье. Вот у меня сейчас стоит микроавтобус Vito. На нем пробеги вообще практически нулевые, потому что я его иногда выгоняю, когда мне нужно что-то перевезти. А езжу, допустим, в основном на вот этом автомобиле. А прошлым летом тот автомобиль ездил больше, а этот больше стоял, потому что ситуация так влияла. По этой причине, конечно же, может быть у одного владельца малые пробеги, появился другой владелец, и он начал сразу кататься куда-то далеко, на дальняк, возможно, ездить, и у него сразу побежали пробеги. Да, друзья мои, не надо удивляться. Пробеги вашего автомобиля все равно очень малы, я так думаю, что вам действительно сказали на сервисе абсолютно верно. Катайтесь и не парьтесь, все будет хорошо с вашим автомобилем. Замените ремень газораспределения по пробегу, потому как вам рекомендует производитель вашего автомобиля. Вот у вас пробег будет, я думаю, что у вас он реальный, вполне реальный. Как пробег подойдет по регламенту к замене, замените ремень, и все будет хорошо. И запомните самое основное, плюс-минус 10, 15, даже 20 тысяч от и до замены ремня газораспределения не играет особой роли. Там идет подстраховка. В любом случае коэффициент запаса так называемой прочности. Это не то, что у вас, вот допустим, по регламенту необходимо менять на 100 тысяч, к примеру, и вы прямо вот ровно в 100 тысяч должны поменять. Можно поменять немножко раньше, можно поменять немножко позже. 110, 120 тысяч. Ничего не произойдет с вашим ремнем газораспределения. Поверьте мне. По той причине, что, опять же, я вернусь к тому, существует у каждого изделия коэффициент запаса прочности. У ремня он особый. Если у вас стоит оригинальный ремень, и вы еще до этого, я думаю, что не меняли, то вам беспокоиться не о чем. Катайтесь, подойдет срок, замените, и все будет в порядке. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, ставим палец вверх и подписываемся на канал, на мой канал в YouTube, а также на оба канала в Дзене. Вот они, два QR-кода напротив камеры мобильных телефонов, и подпишитесь на оба канала, чтобы мы с вами всегда оставались на связи. Это каналы взаимодополняющие, это не одно и то же. Будьте здоровы, мирного неба над головой. Всем пока.